Чья бы корова мычала? Прокуратура снова предъявила обвинение челябинскому экс-омбудсмену по коровьему делу. Алексею Севастьянову вменяют незаконную попытку получить грант на развитие фермерского хозяйства. Об этом бывший уполномоченный заявил на своей странице в соцсетях. Напомню, разбирательство о возможном хищении госсредств продолжается уже несколько лет. По версии следствия, в 2017 году Севастьянов обманом пытался получить субсидию в 3 миллиона рублей. В господдержке несостоявшемуся фермеру отказали. У комиссии возникли вопросы по времени получения скота и техники. А правоохранители заподозрили его в покушении на мошенничество. Следствие считает, что он мог использовать подложные документы. Сам Севастьянов свою вину не признал. Прокурор запросил для него 3,5 года тюрьмы и 800 тысяч рублей штрафа. Но Центральный районный суд приговорил его лишь к 2 годам условки. Позднее областной суд отменил этот приговор и вернул дело обратно прокурору.